Ноутбук Рамоса был сильно поврежден, но Нарак нашел кое-что интересное. Рорк? Он перемещается дважды в сутки. Но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе занятой Федерацией. Они называют его Фрипорт. Нарак все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставят пару восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. Это будет адская охота. Крупная дичь. Но вы знаете, что делать. Байер 5-0. Это Албу 1-1. Мы в двух минутах. Понял вас, 1-1. Помните, самое важное — забрать то, зачем мы пришли. Так что прикрывайте группу захвата, пока мы спустим ее вниз. Подтверждаю, 5-0. Гасим огни. Комплекс ПВО. Курс 7-7. Проверим, нужно ли нам разрешение на контакт. Я как раз сейчас запрашиваю. Ждите. 10 секунд. Мы должны быть готовы стрелять по этим парням. Так, нам разрешили атаковать противника. 5-0. Что использовать, ракеты или пушку? Все, что у вас есть. Вас поняла. 1-0. Выбрал пушку. Все, парни, вступаем в бой. А вот черт, там полно целей. Внизу ведут огонь из пулемета. Враг идет по нам огонь со зданием с трубами на крыше. Здание с дымовыми трубами. Вас понял. Ориентир трубы. 1-1. Вы наблюдаете или ведете огонь по целям? 1-1. По сторонам вступает в бой. На крышах обнаружены новые цели. 1-1. Враг ведет огонь с крыши самого крайнего к западу здания между двумя дорогами. 1-0 на крыше. Открываем огонь по зданию. Вражеские птички рядом с трубами. Так, вражеские птички раскрыли клювы рядом с трубами. Они у меня на ушке. Продолжай вести огонь. 1-1. 1-0. На секунду отлечу подальше. Нам нужно больше места. Черт, парень, мы у них на прицеле! Ракета попала в цель.
Ракета ушла! Ложные цели! Ложные цели! Ловушки ушли! Выпускаю ракеты! Точно цель! Точно цель! Thank you.
Знаете, как нужно входить. Заткнись! Пират, это призрак 6-3. Я захвачен. Движемся к точке эвакуации. Скеркроу 6-1 на связи. Он наш. Вас понял. Аутлоу доставит вас к месту встречи. Нам нужно выдвигаться через 30 минут.
Есть такие племена в джунглях Амазонки, что совершенствовались в искусстве пыток сотнями лет. Федерация приняла их в свою семью, снабдив чуть более утонченными методами. Они держали Рорка в норе месяцами, обнаженного, и кормили низкобелковой кашей с ядом местных растений. Сломив тело, они принялись работать над его разумом. Когда сдался и разум, принялись за душу. Что осталось, переделали, напитав его ложью. Превратили в марионетку. Мучительный процесс. Жестокий. Рорк стал их призраком. Идеальным оружием против нас. Все, отставить. Что они с тобой сделали? Да, то же, что и ты. Дали мне свободу. Когда-то ты учил меня, что призраки не ломаются. Теперь я хочу спросить тебя еще раз. Любого можно сломать, Элиас. Мог бы спросить своего дружка Аякса. Ну, если бы он еще был с нами. Хватай его стул! Хватай его стул! Логан, ко мне его! Сюда этого ублюдка! Что, так все и закончится, Элиас? Ты выбросишь меня из самолета? Ты мне все расскажешь о раскопках в Сан-Диего. Ты что, спросишь меня, лейтенант? Опять? Отвечай, Рорк. Ты вправду считаешь, что можешь меня сломать, Элиас? Подходите! Ну же! Вот и я! Логан, ко мне его. Это конец, Рорк. Мы победили. Ты меня не победил, Элиас. Ты только что очень облегчил мне работу. Отсюда! Запасное место есть всегда!